Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите культуры и статусе русского языка? Русский язык – это основа всей нашей культуры. Я, как библиотекарь, могу с уверенностью это сказать. Поправка к Конституции закрепит значимость русского языка и его объединяющую роль. Россия – большая многонациональная страна. Поправки Конституции гарантируют сохранение культурного и языкового разнообразия всем народам России. Русский язык – это государственный язык России. На нем говорит большинство граждан нашей страны. Поэтому вполне естественно и логично, что в Конституции будет закреплен статус русского языка. И мой родной язык – русский. Но у меня очень много близких друзей, представителей самых разных национальностей. И все мы вместе говорим на русском языке. Очень важно, что в Конституции будет прописано, что русский язык – это язык государствообразующего народа.